Ну, покаркай, покаркай. Ну, кар. Идем, друзья, за справкой, что мы не наркоманы, не тунеядцы, не алкоголики. Сейчас в Литве почему-то сделали, когда комиссию проходишь, они раньше, доктор звонил, ну, по интернету, связывался. А сейчас самому нужно идти, брать справку, и с этой справкой уже идти на комиссию. В общем, и эта справка, конечно же, не бесплатная. Решили вот на врачи на таких справках сейчас деньги делать. То есть вернулись обратно в 20 век. Раньше по интернету проверяли, а сейчас должен идти, сам идти за бумажкой. Это не прогресс, это, как он называется, регресс. Летняя погода сейчас, 11 сентября, так сказать. Не, я напутал, друзья. Идем брать справку, что мы не психи. Потому что наркологические справки там возле Юренко поликлиника выдают. Кстати, вот въезд на эту горку, это бывшая окраина крепости Мемельбург. Тут там ров стоял, был, здесь ворота были в город. Вот знаков понаставили, здесь на машине даже не проехать, во двор не проехать. Штраф 15 евро. Эти знаки заказывают сами жильцы, чтобы кто попал, не ставил. Это же все-таки центр города, красная зона. Вот, и в этом вот немецком здании, бывшей второй поликлинике, вроде, выдают сейчас справки. Там на оружие. Да, Лена? Да. Лена, покажи очки, хамелеоны, покажи. Темнеют. Да я и купил. На солнце темнеют. Они с диоптриями. Вот там где-то. Ну вот мы находимся на начале оборонительного рва Мемельбурга. Крепость там где-то 2 километра. Вот, и эту в советские времена это называли Цыганская горка. Ну, там Тайкос проспектас. Вот. А здесь, наверное, скорее всего, немецкий какой-то склад. Судя по качеству блоков, которые сложены. Не знаю, или это бомбоубежище, или это какой-то холодильник, погреб. На здании написано «Обход с другой стороны». Вот здесь. Ладно, идем. Такая справка, что ты не псих, стоит 3 евро. Потому что я тут сейчас как раз комментарий прочел. Мне какая-то женщина говорит, что я странный. Я говорю, написал. Что там написал? Так, ладно. Прошел. А вообще, вот ценники тут, будь здоров. Например, на оружие справка 36 евро стоит. Ого. Но 5 евро там какая-то одна консультация стоит проверить. На водительские права, на комиссию тоже 3 евро стоит с проверкой. Но сказали еще сходить к этому. Еще интересно, сколько медицинская стоит. Вот комиссия, наверное, евро 30 каких на год. Раньше на 2 года давали. Ой, как жарко, друзья. 11 сентября. Такого еще не было, чтобы я в шортах ходил. О, расфокус. Еще даже бабье лето не началось. Вон, индус проехал на чопере. Гуляют они тут возле базара, видел. Человек 8.
Они индусы. Посмотрите цены на третьей поликлинике. В третьей поликлинике ланку от Раминис протеза 600 евро стоит. Это государственная поликлиника. Вид на спальные районы 7 этажа 3-й поликлиники бывшей. Вон там видите наши жирафы. Вот эти вот. Они видны с города Горожай. Если дрон поднять возле карьеров, то они будут видны жирафы. Ну и море тоже. Вот вид с другой стороны. Такой с проспекта. Вот он идет. Там бывший детский мир. Дебрецена. Там. Нет, и тут. В общем, рентген стоит 3 евро. 11.50 стоит комиссия по работе, и 22.50 стоит комиссия на водительские права. Такая площадочка. И здесь я вижу, что дом продают. Вот этот вот. Вот он. Герайте с Гатве. Там вообще какой-то старый домик. Там впереди японский сад видим. Вот дом, скорее всего, 50-х годов. Но не продают. Везде заборы. Вот такой вот репортаж, друзья. Это уже вторник. Смотрите, тоже я снимаю с 7 этажа, с другой стороны эти жирафы. Кстати, дом, этот дом построили в 88 году, вот этот белый. Круто тут. Лина. Красота. Кстати, друзья, давно я не видел, чтобы на этом переезде составы какие-то. Ай, друзья, это возле Акрополиса осталось такой комбинат. Он железобетонные конструкции делает. И вот ему цемент везут. Акмян цементос. Круто, вообще круто. Вот, друзья, регитра мы снимали 2 года назад. Лина номера получала. А сейчас у нее права заканчиваются. Говорят, сейчас 2 недели делают. Прошли комиссию, и там насчет работы, права. Мы тогда снимали 2 года назад эту регитру, но просмотры очень, очень маленькие были. Поэтому я сейчас совсем по-другому делаю. Я в обычный клип вставляю в виде эпизода. Сейчас 3 часа 4. Интересно, людей много будет. В общем, кому интересно, можете это видео посмотреть. Оно... Я ссылку оставлю. Там впереди видим парень на BMW джип. Номера получает. Где он? Такой довольный вышел. Так, где мой палец? Вот он там. А, допустим, в 4 часа, если приехать, то уже мест нету. Они за час, за 1,5 часа регитра уже отключает эти системы, где талончики выбивает. А он тут парень в пиджаке, как на праздник приехал. А, ну что мы тут видим? Вышла группа экзаменационная. Они уже 4 машины выехали. В общем, на права сдавать. А вот видим 5-ю машину, вот она едет. И еще 2. То есть... Где она? Вот она.
сейчас проедет там. Ладно, вот еще одна. Ну-ка, какие машины шустрые у них. 6 машин уже. Там еще спрашивают, а на автомате хотите или на механике? Вон еще одна проехала. 7 машин. Там еще стоят. 1, 2, 3, 4. Ну, в общем, парень, который BMW купил, что-то тут номера поставил и кругами ездит. Давайте посмотрим, какие номера у него. А, я обычный взял. Еще одна регитра проехала. Вот я снова с Винкас Пассажес приехал в среду. Вот, и видим, что стекла ставят вот там. А там впереди рынок. Возле перехода рынок там. Обратно подойду. Здесь магазин такой моной. Тут в карантин очень проверяли. У кого паспорт есть, не пускали. Только он на втором этаже, с другой стороны. А сейчас Рада. А где Моны? А по Станиславу с другой стороны выход. Здесь видим, что рынок есть. Только там, где делают сейчас вот крышу, сейчас там их оттуда попросили, этих вот торговцев. Вот вход. В общем, груши евро 55 килограмм, яблоки 85 центов килограмм. И помидоры евро 95 килограмм. Здесь, смотрите, уже стекла поклали. Тут снимал, кстати, недавно я на самокате ездил. Там этот скверик снимал. Сейчас пешком ходим. LED-фонари такие ставят. Прикольные. Вот тоже. Еще не подключены. Здесь прикольно, с собаками нельзя было. И с такими, и с такими. Видно, одну наклейку, когда поклеили, не понимали люди. Так решили еще вторую наклеить. Это, а, кстати, это все сдается в наем. Тут днем тоже вот самый выгодный магазин сейчас в таких районах, это продавать ношеную одежду. Ну, в перемешку с новой, там сколько-то процентов можно еще новой продавать. Так, это спортбар. Кстати, сейчас схождение колес сделали на одну ось для BMW. 30 евро все взяли. Тут рядом это сервис, но нужно заказывать заранее, регистрироваться. Сделали за 18 минут одно колесо на 2 градуса покрутили, другое на 1. Вот вместо Моны и Подари сделали Бенефит на втором этаже. 14,99 в месяц. Тут был ресторан, не ресторан, магазин на ремонта по Станиславу. И сейчас сделали фитнес. Вот и сейчас в Клайпеде нету этих магазинов, есть только в Плунге и еще где-то. И в Тельщае он. Такой термометр на кухню за 6 евро купили. Кстати, Моной по Станиславу год назад отсюда уехал, закрыл свой бизнес в Клайпеде. Только есть в Тельщае и Плунге.
что они не захотели поддерживать эту всю реновацию. Видно, с них там хотели денег сгрести за отделку этого здания, которое они снимали. Вот. Вот, а рынок, он сюда вот перешел. Там грибы продают. Вот рынок, в общем. Сейчас он здесь. Нормально грибы идут. Безработные дедушки продают. Так, что-то еще есть. Овощи, фрукты. Яблоки. Это, кстати, ловят. Ловят зайцев сейчас. Вот. А форма как. Форма как у полиции. Вот, ходим с Линой, вот, ищем всякие вот такие вот, как этот вот, прикольные штукенции. Весь торговый центр, этот Вингис, вот. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. А там голубятня, кстати, никогда к ней не подъезжал, может, потом подъеду. Кстати, там Рада магазин, где мы купили этот термометр. Там есть целый отсек товары с Лидла. Я узнал, я примерно цены знаю, и там немножко дороже, и при том товары не новые, а товары не еда, там всякие щеточки, в общем, строительные всякие там отвертки, в общем, и стоят они уже распакованные дороже, чем в Лидле. Я думаю, может, кто-то сдал, может, из Лидла приватизировали эти товары и, допустим, сдали в этот магазин. Советская площадка. Вот там картвелишки по текалей. Грузинский хачапури сейчас заказали с грибами, с мясом, такая булочка. 3,8 стоит одна порция, а без грибов 3,50. И там грузин, продавец, говорит, вы тут первый раз, говорит, я тут, а то, что я тут всех знаю, в общем, вам, говорит, понравится. Сейчас посмотрим. Лена пошла покупать. В общем. Грузинишка виртуе. Сокотвелишка. Сокотвелишка. Вот такие. А, такие. Ну как кебаб. С грибами, мясом. Так и можно сейчас их скушать. Кстати, очень тяжелые. Ага. Садов кирос. Да, в общем. 3,80. Горячие. А я сейчас покушаю.